Состояние двух девочек, которых ударило током в фонтане перед Алма-Атинским цирком, стабилизировалось. Об этом заявили в Центре детской неотложной медицинской помощи. Ранее одна из пациенток была в реанимации. Сейчас обе девочки получают лечение. Их перевели в палаты. А вот 28-летняя женщина все еще находится в тяжелом состоянии. В нее были выявлены многочисленные травмы. Напомню, что жительницы города получили серьезные травмы после удара током в фонтане. Из воды их вытащил случайный прохожий. 19 числа 8-летняя девочка была поднята в реанимацию. В данный момент, на сегодняшний день, состояние стабилизировалось, переведено в отделение профильное. 10-летняя девочка с 19 числа находится в отделении средней степени тяжести, электротравма, ожог первой степени, 1%. Состояние стабильное, на сегодня жалоб не предъявляет, лечение получает оба.